Սևանի թերակղզի այցելած զբոսաշրջիկների դժգոհությունը մեկն է, եղանակային անբարենպաստ պայմանները։ Արմլուր լրատվականը զրուցեց նրանցից մի քանիսի հետ և հետաքրքրվեց, թե ինչ տպավորություններ ունեն։ Բացի այդ, խնդրեցինք համատել ապրանքների գները Հայաստանում բարձր են, թե ոչ։ Я еще не могу сказать, я только вчера приехала в Армению. Еще не сравнили. Еще не сравнили, но такси у вас дешевле. Вы знаете, мне очень все нравится, потому что хорошие фрукты, и потому что я летела с очень замечательным человеком, который очень боялся лететь, и он так меня успокаивал, все, вот он армянин, и думаю, какие милые люди. Нет, мне у вас очень нравится, вообще мне везде нравится. Ну нет, невысокие относительно. В принципе, нормальный, как у нас. Откуда мы приехали? Все хорошо, да. Для меня, ну так-то солнечное. Просто сегодня, вот, видимо, нам не очень повезло. Так мы в Ереване, у нас даже жарко, вот, комфортно. Только много собак. Вот, и нашу собачку укусили. Вот, и мы сейчас очень переживаем. Вот у нас, ну сейчас уже все хорошо, но мы теперь остерегаемся и немножко боимся. Вчера я первый раз ел армянский шашлык. Армянский шашлык, да, на улице. Вы знаете, армянский шашлык на улице. Свинья и... Да, был вкусно, да. Vielfältig des Landes und... Հոգսորդի Գերմանիա եմ շատ չեն ճանաչում Հայաստանի, ինվորմացիա չկա Հայաստանի մասին, մենք երկրորդ օրն է այստեղն ենք և հիացած ենք, թե ինչ բազմերանգ է, ինչ բազմաբնույթ է և ինչ բազմաթիվ շերտեր ունի Հայաստանը և այս բոլոր մշակութային տեղերը, վայրերը, որ տեսնում ենք, հավոք սրտի մեզ մոտ դրանք չեն ճանաչում. Тяжело как бы сравнить. Ну нет, наверное. Я не знаю. Для меня вроде нормально. Красиво, пока подъезжали, очень красивое место. Очень понравилось. Погода, жаль, вот такая вот. Так хотели и окунуться, но пока вот погуляли, сходили в церковь посмотрели, рыбку покушали, кебаб с раковыми шейками поели. Ну, обычное туристическое место, поэтому цены соответствуют. А вообще в Армении? В Армении? Мы из России, и цены... На одни продукты такие же, на другие продукты дешевле. Может быть, что-то и дороже, не знаю. Но на самом деле цены похожи. Вот. У вас зато многие продукты просто лучше. Вот молочный продукт нам очень нравится. Ягоды, конечно, все вкусные. Вода у вас замечательная. Ну, ниже, чем... ожидалось, так скажем, ниже. Нам очень у вас нравится, очень красиво, очень хорошие люди. Все хорошо, спасибо.